Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр, и... И старый, мы эту серию уже сколько раз пытаемся записать, нифига не получается. Мы все время с ним спорим. Да. Короче, поехали. Вау, ты едешь. Неужели ты понял то, что я еду? Неужели ты это понял? Сейчас тут будет машина, похожая на бегемота. Где? Ну, сейчас мы зайдем в ворота. Слушай, у меня офигенные руки, признай это. Похоже на ноги. Так, документики. Чё, ты по-английски, мы не шпарим тут? Поскольку мы троечники по-английскому, мы не будем вам читать. Да. Всё, сами переводите. Если кто переведёт, плюшку вам, молодцы. Ну так, в общем, продолжаем. Ничего. Вот знаешь, что я не понял? Вот как он включает такой свет, а? Это ночной вид, типа. Ну я понял то, что ночной вид, но как он его, сука, включает? Там, наверное, кнопочка есть. Да я понял то, что есть кнопочка, но есть. Но как она, какая именно? Ну блин, я короче, взял, поменял батарейки. Но... Нажми на паузу. Сейчас, подожди. Тап. В общем, мы продолжаем играть. А мы никуда и не уходили. А особо тогда. Замок. Чё ты его снимаешь, дебил, что ли? Слушай, а куда мне нажать, чтобы его по-тихому открыть? Left. 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 Окей. Стоп. Брат. Как мне теперь его закрыть? Зачем закрыть? На всякий случай. Здручий. Короче, пошли, разберемся, когда за нами уж будет бежать, поймем. Я умею бегать. Нифига втопил. О, вот эта машина на бегемота похожа. Shift. Я бы shift. Ну я нажал shift, ты чёрт. Типа он сказал, типа, ого, ноги есть, это всё, гг. Все, а, и смотри, я такой. Типа, ну что? На, смотри, я походу такой. Ту-дун, ту-дун. Присядь. Сейчас. Ня-ня-ня-ня-ня, левый контрол, это присесть. Давай откроем ту дверь. Хотя я знаю, что она не открывается. Ого, вот эта рука. Я знаю. Слушай, мне кажется, или у меня плохой педикюр? Это что, рука была? А я думал, это рука нога. Я не хочу в оружие играть. Мне это в наблюдении страшно. Ага, давай ты сейчас ее скачаешь, я буду на тебя наблюдать. Она уже скачала. Ай, фак. Блин, да и причем при поворотах у меня такая жопа. Все, ищи свинью. Стоп. А, я теперь знаю как. Блин. Там самое страшное, чего я в Атласте всегда боялся. Это мужика в этом. Жиробачка? Нет, который в этом сидел. В инвалидной коляске. А, смотри. Так. Ого. Нифига себе плазма. У меня в Симсе такая же. Это я включил компьютер от всего мира. Я вот собрался. Слушай, я помню это место. Мне тут сейчас жиробатик возьмет. А нет. Как думаешь, открыть? Открой. Вон, документики. Вообще, смотри, какой ком двухъядерный. Да ну нахер, я не хочу их читать. Все равно на английском. Okay. А, это туалет? Да.
Ну понимаешь, ну кому-то захотелось в туалет. Ну подумаешь. Так. А как мне дверь закрыть, а? А, всё. Зайди в туалет. Ну ладно. Полезли. Ну тут сейчас вообще... Там лучше. О, парня, парень его... Интересно ему было забежать его. О, вот тут вот потом... Он, короче, зашел, пнул пол и ушел. Помнишь? Помнишь это? Смотри. Голова качается. Голова качается. А где голова? Нахрен она. Блин. У него эти дни. Не пойму, парня. О, этот парень сейчас оживет, спорим? Да, я видел проходник. А, я... Привет, мой сын. Мне жаль, что ты повешен. Но, ну, знаешь, я всегда любил тебя. Иди в жопу, блядь, сука. Тип такой говорит, если ты не подписался на наш канал, с тобой будет то же самое. Хорошо, мне интересно, что сейчас будет? Ты видел, там был паренек. Ну а там дверь еще закрыл. Смотри, косоглазый урод какой, а. Слушай, вот мне сейчас реально будет сжать очко, потому что я помню то, что сейчас будет появиться жарабас. Ты точно все записываешь? А-а-а! Жарабас! А-а-а! Да ладно, это не страшно, у меня только почки уже болят, блин. Священник. Да, он сейчас у нас нашел. Слушай, это Папа Римский. Типа камеру отдай, сука. Он типа, давай типа вместе снимать влоги. Давай. Или если кто-то не подпишется, то они будут все такими же, как те, которых ты сейчас увидел, кроме меня. А, слушай, я также с похмелья вставал с пола у нас в школе. Да. Ну, давай порагуляемся. Тап нажми. Тап нажми. Да не, хрень с ним. Нажми, он там что-то просит тап нажать. Да не, это чтобы документы открыть. Сейчас вот трындец, сейчас он на тебя тот чеканте прыгнет. Не, он на меня нападет, когда я войду в ту комнату. А. И то он на меня нападет лишь тогда. А то что он? Спорим то, что он на меня сейчас не нападет. Блин, жаль, что не выпустили Outlast по сети. Спорим то, что он на меня не нападет. Сейчас нет, он попозже. Ну это да. Слушай, ну реально, что за дегенерат? Спарта, чемпион. А, тут вообще, блин, укрылся. Это типа такой, папа, хватит бухать такой. Злостный что-то. Ты видел, что с ним? Он появился и исчез. Ну ладно. Давай. Ну, давай. И гоу! Да. Да, Спартак, чемпион, а вы все лохи за Зенит. Да. Судью порезали, я аж кровь в камеру брызнула. Папа, ты что, опять вену порезал? Ну ты заебал. Это такой, ну что? Ебать, что у него с ногой, а? Он что-то узрел там, смотри. Он свой Братюнь, ну слушай, ну зачем ты все руки отрубил, а? Да тебя теперь девушки не полюбят. И зачем ты себе этот рог отрастил, а? Дегенераты бы все. Не хочу вас видеть. Я пошел в комнату. Да. Ебать, он живой хотя бы? Я не знаю, вот этот момент я не видел. Ну. Да не, мертвый дегенерат опять. Слушай, знаешь, что странно? Вроде как все дохлые тут, мертвые, а эти дегенераты только изуродованы. Они что, избранных только выбирают? Типа, сын мой. А где мы находимся? Смотри, он такой.
Вот почему. И короче, слушай, это избранные люди. Потому что смотри, избранных людей изуродовали, а тех нищих убили. Убили! О, все, у меня жопа будет. Ты что, беспредельный? А, смотри, смотри. А-а-а! Цветком Геннадием поздоровалась. А, я сейчас пугался. Ай, иди в жопу, тварь! На, сука. Спарту иди нахер. Типа, эй. Ой, блин. Ой, ты обиделся, а? Ухи обкурился. Стой, подожди, мне интересно, какая у меня прическа? Охуенно. Еще там на аниме похоже. У меня охуенная прическа, не спорь. Поздоровайся, вон, со цветком Геннадий. Где Геннадий? Вот он. Что ты с ним делаешь? Не знаю. Я просто с ним общаюсь. Это не секс, вы не подумайте, а будет плохо. Смотри, его брат-близнец. Слушай, я походу такой накуренный долбоёб, то что не взял с собой оружие и разговариваю с такими цветами, как ты. Уйди от меня нахуй. Знаешь, где мы находимся? В жопе мира. Нет, в психбольнице. Паренёк. Мама открыла, я ключи. Смотри, какие регенераторы. Смотрит на тебя, как на говно. Ох уж эти люди! Ну нахер. Опа, туалетик. Ну тут-то бояться нечего. А, смотри, это туалет для персонала. Здесь парень что-то узрел. А здесь типа... Нифига супер. Да там голова! Это смотри, супер смух. Это голова! Ну смыло чувака, супер смыл. Нет, просто кто-то съел голову и руку, потом, понимаешь, захотелось тебя посрать. Ты чё? А хотя может и так, но это просто смыло так, человек сел и смыло его. Ебать, ребята, ну дегенерат, убивайте друг... Что вы тут делаете? Я даже знать не хочу, что вы тут делали, пидорасы. Слушай, а как мне узнать, сколько у меня батареек? Потому что у меня не лицензия. У меня, сейчас скажу. У меня еще 57% телефона. А, ну везет тебе. Слушай, а давай посмотрим, где этот пацан? Пацан! Открывай дверь, сука. Что сделать? Дело в том, что я не хочу заходить в эту комнату. Мне надо. Смотри, я сейчас как я сделаю. Нифига, какая аппаратура. И слушай, тут сейчас будет у меня вообще обсирашки, потому что лагать сейчас жестко будет. Давай посмотрим на видео. Смотри, я такой крутой, то что я не смотрю на клавиатуру. Давай. Ой, ебать, священник, сука. О, слушай, это лома. Фак. Чё такое? Блин, да у меня сейчас так заугался. А чё будет? Чё должно быть? Ты чё-то спрятался? Ошибка. Смотри. Смотри на эту дверь. Из нее сейчас... Видел его? Видел. Он типа тоже на камеру хочет посмотреть. О, поросенок. Слушай, он реально говорит о поросенке. Прочитай. Видишь, там написано Big. Блин, я не знаю. Вот, смотри, сейчас эпично посмотреть назад. Я типа герой не смотрю. А он злодей, поэтому он и смотрит назад. Логично. Все, вали, жарабасин. Я тебя ненавижу, уродец. Слушай, давай первый сервис закончен на этом моменте. Давай.
В общем, всем спасибо, друзья, за то, что пережили с Таби эту серию. Реально, такая обсирашка у меня была. У меня жопа болит. Так, короче, с вами был мистер Александр. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Бля, я не выключил.